действиями преступной группировки Тескас, причастной к нескольким убийствам на юге города. Убийства совершены с крайней жестокостью, не характерной даже для уличных банд. Начальник полиции заявил, что правоохранительные органы и СТОС смогут обеспечить защиту города от криминальных элементов. И что они сделают? Вытащат эту хрень из меня? Да ладно, я ж без нее сдох. Все они мертвые, но они такие полосатые. Кто-то меня взламывает. Выше крыши. Черт, вечно фотки. О, черт, что за фигня? Алло, Ситара, Джош? Скажите, это ведь не то, о чем я думаю. Маркус, ты слышишь? Да, теперь да. Меня троллят. Наш сервер взломали. Лучше бы тебе вернуться. Привет, Марки Марк. Никогда меня так не называй. Да-да. Смотри, а то твои модные штаники подгорят. Если я Марки Марк, значит ты теперь Фанки Банч. Любой каприз за ваши деньги. Давай шустрей, надо встретиться. На крыше. Конечно, Лени. Граждане мира, минутку вашего жалкого внимания. Децек, Децек. Кучка спамеров, затаряющие к вашей фиды. Спасители свободы вашей воли. По факту, обычные кулхацкеры, которым надо, чтобы на них дрочили. Ну все, хватит. Я... преподам Дэдсек урок. И Дэдсек, считаете, что я не смогу убить вашу систему?
Что ж, позвольте мне представиться. Это ведь фигня, правда? Это фигня. Скоро избавимся от котиков. Джош брутфорсит криптоключ. Да заткнись ты! Так, ладно. Будем воевать? Еще бы, не позволим этим троллям в наглую нас сливать. Дедсек так просто не сдается. И что? Какой смысл в этой войне? Все равно они нас залочили. Это ничего не меняет. Они здесь! Да ну нахер! Слушайте, Прайм-8 нас не остановит. Давайте без нервов. Итак, Прайм-8 продают эксплойты всем, у кого есть бабло. Да, сраное правительство, Блюм, Нудл, даже гребаные террористы. Сыны Рагнарёка. Что? Ну да, сыны Рагнарёка. Они продались сынам Рагнарёка. Надо как можно больше узнать об этой банде и их операциях. Мы не прогнемся ни под кого. Йо, Джош, ты чего, а? Это война. Пусти. Запущу сообщение по своим каналам. У них наверняка куча врагов. Они дадут нам инфу. Туда, где солнце не светит. Чините Кики, а я поболтаю с Лени. Знаешь, где она? Она часто тусит в том клубе в Кастро. Знаю его. Я тут просматривал алгоритм, который мы достали в Нудл, и с ним что-то не так. Результаты не верны. Хочешь, чтобы я взглянул? Да, если можешь. Считай, готово. Хакеры будут искать террористов для ФБР? Похоже, таков план бюро. Наш город полностью зависит от сети ОС, а количество кибератак растет. Поэтому ФБР принимает отчаянные меры для защиты системы. Как стало известно из доклада в Конгрессе, ФБР настаивает на полномочиях, позволяющих им использовать технологии хакеров. ФБР также намерено получить возможность заносить в черный список хакеров, даже если нет доказательств того, что они совершали преступление. Защитники свободы информации говорят, что этот запрос угрожает гражданским свободам. Вставляем чипс. Погодь. Я втащусь. А, абсосик пришел.
Ну, сколько карманных хакеров тебе помогало снять мой неснимаемый лог? Благодарность всем причастным. Ну, я могу попросить вежливо? Или просто отдашь ключ, и я пойду? Что? Это вирус-вымогатель, чмо. А что нужно-то, а? Короче, сделайте это свой идиотский ролик. Надо же, ты нас фоловишь, не знал. О, небось хотите, чтобы пролы вас обожали? Первым по всей морде. Черт! Я хочу публичную трансляцию, где сказано, что ДЦК недостойны даже 5 секунд внимания общественности. И поживее. Поплачьте там. Это все? Угу. Пока. На любой факап. И полетят головы. О! Да. А точнее имена, личности. Натурально, кто есть кто. Дрыщ. Черт, похоже, у нас нет выбора. А. Шагай. Учись. А пока давай, беги и сделай мне видос, который я хочу. И? Что она хочет? Видео, на котором мы на себя клевещем. Да пошла она. Мы напишем ей, что согласны, а сами ударим с тыла. Сыны наняли PrimeAid загрузить вирус в банкоматы. Банкоматы? Вот оно. Они работают из своего штаба. В рондо-здание. Отправлю Гули туда на разведку. Встретишься с ним там. Я с вами. Now we don't speak the same language. Oh, my mom's like a bang.
Эй, Гули. Здорово, Ретро. Сыны наняли Primate взломать банкоматы? Сыны раньше пользовались сканером кредиток. Так, по мелочи. Но вирус, ради которого они наняли Primate, утроил их прибыль. Стопудово. Он считывает данные, отправляет копию Primate. Ни владелец, ни банк не знают об этом. А мы знаем. Да, мы знаем. И взломать этот код, расплюнуть. Прикинь, как сыны разозлятся на линии Primate, если вдруг что-то пойдет не так в этой операции. В этом и суть. Это опасно. Не лезь на рожон, Гули. Ладно, чел, удачи. Обожаю все портить. Достал банкоматы. Надо их уничтожить. Как угодно. Лучше убери. Спрячь волыну. Thank you.
Мысль донесли? Я будто слышу крики благодарности всех жертв этого гнусного обмана. Пленни пару кило сбросит, объясняя это сынам. Разберитесь. Я слышу. Гости, избавьтесь от них. Что ты делаешь? Ты прекрасна, когда злишься. Как понимаешь, видео не будет. А знаешь что? Как хотите, мне плевать. Вообще насрать. Мой вирус все еще у вас на сервере. Лени права. Кики... Плевать, игры закончились. Найдем их нору и достанем дешифровщик. Похоже, у Primate есть бункер. Бункер? Неизвестно только где. У Лени есть RFID-метка. Найдем бункер через нее. Да, это возможно. Классно, вещу Лени. Поговорим как... Классно, вещу Лени. Поговорим как взрослые. Рэнч, ты со мной? Конечно. О, нет! Нет! Я ведь могу и копов вызвать. Маркус, ты занят? Могу и прерваться. Супер! Приходи в ломбард в Мишен. У студии BDS Money. Супер! Приходи в ломбард в Мишен. У студии BDS Money. Странное предложение. Оно ведь странное. Ха, это сюрприз. Офицер ранен! Нужна помощь! Повторяю, офицер ранен! Диспетчер слушает. Иди, я тебя...
Точно хочешь продолжать? Ненавижу вас. Знаешь почему? Вся эта пропаганда, граффити, анти-чего-то там, мы за все хорошее. Слишком серьезно к себе относитесь, засранцы. Да, ты нас не любишь, но пойми, мы на одной стороне. Мы можем... Эй! Я, по-твоему, кто? Нубила недоделанный? А сам-то тоже хорош, обмудок. Так спалится. Решил, почему бы эй! Ути-путеньки, мать твою. Удачи с дохлыми серваками, лузер. Нашли бункер Праймейт. Олени без понятия. Может... Брось, вы слишком хорошо о ней думаете. Что за дерьмо? Серьезный вопрос. Чужой или хищник? На самом деле вопрос бессмысленный. Чужие обычно используют хищников в качестве внешней утробы для особей. А хищники? Они пришли из мира, где нужно убивать, чтобы выжить. Им нужны ксеноморфы для создания армии. В такой экосистеме нет лидера. Ладно, отбросим детали. Гипотетические. Один на один. Кто кого? У Ридли Скотта или у Кэмерона? Мне больше нравится сиквел. О, Маркус, это смелое заявление. Мы к этому еще вернемся. Чужие Кэмерона агрессивны. Так что хищник победит. С легкостью. В технологическом плане он далеко впереди. И выстоит против чужого. Но это все равно, что спрашивать, кто победит, один человек или один зомби. Чужие охотятся стаями. Ладно, ладно. А сколько нужно чужих, чтобы уравнять силы? Три. Двух хищник сможет удержать на расстоянии с помощью копья, а вот третий сможет подобраться ближе. Даже если хищник убьет чужого, кислотная кровь разъест его. Трудно. Надо загнать их параметры в вероятностный алгоритм. А битва с судьей Дреддом? Он крепкий. Но чужие бились с Бэтменом. Хищник тоже. Вспомни Бэтмена и Супермена против хищника и чужих. И кто кого? Забыл. Да неважно, знаешь, я считаю хищника победителем. Да? Почему же? Хищник сражался со Шварцем. Черт, ты прав. Шварценеггер явно наверху пищевой цепи. Как думаешь, кого бы выбрал хищник? Бетти или Веронику? Не то, не то. Он бы выбрал Сабрину. Здравая мысль. Ты меня убедил. Хищник круче всех. Какой план? Войти, забрать код, спасти Кики. А можно нам бункер? Можно? Можно. Только ты будешь в нем убираться. Ненавижу убираться. Давай сперва попадем внутрь. Какой у нас план? Так, Ленни заперла дверь на славу. Еще идеи. Одна.
Там есть старая вентиляционная труба. Думаю, давно заброшена. Я найду. Убейте уже его! Не зевать! Найти его! Я внутри. Фу, воняет пивом и носками. Просто найди код. Быстрее. Не трогай мое барахло. Привет, Лени. А я у тебя в гостях как раз. Хочет взорвать бункер. Что? Что там? Две? Нет, три. Или нет? Черт! Может, четыре? Не соединены. Так что порядок не важен. Сколько узлов? Просто беги оттуда. Народ, народ! Дайте мне подумать. Нет, нет!
сраная дырка от сраного бублика. Ты глянь. Кажись, я справился. Это еще не конец. Ну да, как же. Тебе наш хакерспейс? Мы наконец-то вывели вонь Primate. Готово? Ага. Рэнч немного похимичил и о-ля-ля. Иди зацени. Да блин, я тут видел чувака, который нес разве что не бронированный чемодан. Мужик был похож на мафиози. Этот богатей решил на меня залупаться. Ладно, ща лишу его счета в банке. Не знала, что охотники за головами существуют. А это правда. Им платят за пойманных преступников.